Чё это за чертовщина? Здарова, братаны! Вы на канале GivePlay, меня зовут Евгений, это Find in Paradise, и сегодня мы продолжаем проходить его, её, короче, эту историю. Уснула. Фия, ты ещё не спишь? Спит. Говорил тебе, надо было брать лимонный сок. Нахуярилась. Алкашня. Говорил тебе, надо было брать лимонный сок. Так, что тут за записка? Пустой лист бумаги. Похоже, он собирается накидать стишок. Ведь нам что, еще... Думаю, мы здесь еще не все проверили. Остаться тогда. Опять этот гибискус. Здесь куда более подходящее место для подобных цветов. Так, мы все собрали. И вон у нас светится. Выцветшая картина с Бора-Бора. А еще один аквариум. Ой, это под нами. Окей. Да уж, спит она совсем не грациозно. Эх, рапиздец. Так, ну что, теперь, наверное, можно уходить. Ура! Тащиться в самое начало. По крайней мере, мы на пляже. Какая хуй разница, где вы? Так, а если пойти в эту сторону? В эту сторону нельзя. Ладно, разворачиваемся и идем обратно. Каменные лежаки, ёб твою мать. Удобство на уровне, я вам скажу. Это просто шикарно. И моментус. Блять, о. Чпок, 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 чпок. Подготовить. Так, возникает вопрос, куда нас дальше занесет? Нет, сами дорожки памяти. Короче, так. И теперь чё, блядь? Бля. Окей. Есть. Древний манускрипт. Ладно, активируем. Ну давайте уже куда-нибудь. О. Эй, скоро начнется твоя смена в магазине.
Хорошо, я почти закончил. Ты хотя бы сделал домашнее задание? Сделаю, когда не будет клиентов. Хитро, одобряю. А свое ты сделала? Хе-хе, подловил. Раздолбайка. Это опасно. Ей точно стоит спуститься вниз. Ладно. Идем тогда. Тут вроде бы ничего нет. Такс. Пс, этот новенький совсем какой-то тихий. Ага, но он хотя бы делает свою работу. У него случайно не запланирован полет сегодня после полудня? Да, но у нас нехватка самолетов из-за того, что кто-то пробил колесо. Если кому-нибудь не отменят, сомневаюсь, что он сможет полетать. У него хоть инструктор есть? Без понятия. Эй, кажется, они о тебе говорят. Я знаю, тс. Этот кусочек пола, который он подметает, должно быть супер чистый. Так, хорошо. Сюда нам нельзя, значит, пойдем туда, куда можно. Это же, блядь, логично. Так. Опа. Вот, давайте достану. Вам всего лишь надо выцепить ее изнутри и... Ого! Полегче на виражах, парень. Я здесь уже много лет, но так и не разобрался с этой штуковиной. Ты, похоже, владеешь какой-то автоматной магией. Я знаю это только потому, что мне приходится его чистить, так что... Магия хуягия. Бля, не на этой ебаной картинке разбирают все. Сила тяги, подъемная сила, сила тяжести, сопротивление воздуху. Воздуха. Размытая запись о работе в аэропорту и Фэй, уснувшей на крыле самолета. Здесь есть еще несколько заметок по учебе прочитать, да. Номера взлетно-посадочных полос на самом деле говорят о направлении полосы. Просто добавьте 0 в конце номера полосы и получите ее магнитный курс. Например, 9-я полоса соответствует 90 градусам компаса, так что она направлена на восток. Кстати, именно поэтому номера на разных концах полосы отличаются на 180 градусов. Интересно. У каждого самолета есть минимальная скорость, позволяющая держаться в воздухе. Что-то превышение критического угла атаки, срыве воздушного потока и так далее. Короче, самолеты почти как автобус, который взрывается в том фильме при падении скорости ниже 80 км в час. Вопреки некоторым убеждениям, при отказе двигателя самолет не рухнет на землю. Он больше не сможет набирать высоту, но вполне сможет приземлиться в управляемом с планированием. Не забыть, при отказе двигателя самолет не рухнет на землю, при отказе двигателя самолет не рухнет на землю, при отказе двигателя самолет не рухнет на землю. А последнее? А, закрыть заметки. Ну, понял. Ладно, идем дальше. Что у нас тут дальше будет? Так, магазин.
Так, вот $24 мелочью. Блять! Ого, тут, целая куча монеток. Ничего, у меня свободен весь день. Твою мать. У нас тут ничего. Жаль. Блять, а это спит и хоть бы хуй. Вот так просто, да? Полагаю, у каждого находится своя причина начать летать. А что насчет вас? Знаешь, если только между нами, быть инструктором по полетам не настоящая моя страсть. Перед тем, как устроиться работать сюда, я занимался акробатическим рисованием в небе. Ух ты, это когда рисуешь в небе всякие штуки следами самолета? Ага, и я был чертовски хорош. Но потом меня уволили. Почему? Полная дискриминация, уверяю. Все из-за того, что они узнали, что я не очень вылетевший из школы. Было ли им дело до того, что я самый искусный пилот во всем авиапарке? Нет. Но лишь из-за того, что я не очень умею читать, меня вышвырнули на мороз. Ух, одну мысль в этом бесит. Ага, как-то совсем несправедливо вышло. Ну, может, если однажды мне понадобятся ваши услуги, я смогу вас нанять. Спасибо, парень. Блин, сначала ты достал мою газировку, а теперь клянешься вернуть мне смысл жизни. Видимо, придется выучить тебя так, что... Выучить тебя так, что закачаешься. Замечательно прошло. Так, кажется, мы немножко в тупике. Не хватает еще одного звена памяти, но индикаторы указывают на то, что в этой зоне мы все активировали. Может, получится как-нибудь простимулировать его память? Надеюсь. Давай смотреть в оба. Так, ну, мы... Вот тут ничего мы... Не вытащили из него. Так. Считай, Пенни, быстрее, мальчик, ты очередь задерживаешь. Сука-то! Прям пидор. Ох ты ж! Ты это почувствовал? В смысле? Не знаю, какой-то легкий ветерок. Что это за ветерок был? Ветерок. Блять, нам туда нельзя! Так. Ну и что? Ну и куда? И нихуя? Тут нихуя нет. Это явно не тот чувак, который нам нужен. Может, мы тут что-то пропустили? Таким образом, 4 силы формируют устойчивый полет. Вопросы? А почему у самолета кошачья голова?
Не знаю, она уже была, когда я начала здесь работать, так что я просто написала поверх. И нихуя. Нихуя не происходит. Абсолютно нихуя. Нет, мы уже их прочитали несколько раз, и там нихуя нет интересного. Ну, то есть даже не то, что интересного, то, что нам может помочь. Она явно чувствует себя как дома. Блять, а вот я в душе не буду, что нам делать. Видимо, закачаешься. Ну, может, если однажды мне понадобится, может, смогу нанять. И нихуя нового. Что не так? Блядство какое-то. Шо, где мы тут должны найти? Блядь, я не догоняю. Что за бебередятина? В самое начало. Я хз, честно говоря. И чё, и куда? Кажется, они о тебе говорят. Ну, блин, пиздец какой-то немного. Куда нам надо, алло? Раньше она была закрыта. Это ты сделал? Если бы я это бы узнала. Я же шел прямо за тобой. А вообще, я даже не знаю, почему постоянно за тобой хожу. А. Нам сюда надо было пройти. Чё? Чё это за чертовщина? Я не знаю. Но, похоже, это наш билет прочь из этого воспоминания. Это чё, нам нужен был путь дальше, и это место как по волшебству нашлось само? Да ещё и из ряда вон выходящим образом! Я не знаю, что тут происходит, но идти нам больше некуда. Ну же, мы должны прыгнуть. Ой, не-не-не-не-не-не, я даже вниз посмотреть не могу. Тут есть только один способ все выяснить, Нил. Ладно, прыгаю на счет 3, 2... Ёб твою мать! Хватит толкать меня вниз! Чё, я тебя не толкала? Да, конечно, блядь! Кто его толкнул, а? Фух. Ого.
Эй, ты как, в порядке? Какого лешего происходит, и почему все именно так? Погоди, поубавь свой пыл, я, кажется, вижу их внутри. Какого лешего происходит, и почему это с нами происходит? Ты неплохо справляешься, мы не умрем. Итак, видишь посадочную полосу? Вижу, наверное. Ладно, начинай заходить на посадку и не забудь проверить приборы. Рабочая смесь, богатая насос включен и зафиксирован. Зара Янки Ромео, посадка на полосу 2-1 разрешена. Зара Янки Ромео! Зара Янки Ромео, мы слишком высоко! Выпусти закрылки! Быстрее, ниже нос! Порядок, беру управление на себя. Ох, слава богу. И есть. Держись, похоже, приземляемся. Нормально, ну, полетали, по крайней мере. Эй, ты в порядке? Нет, Ева, я не в порядке! На самом деле я мертв. Живо, сука, вставай! Ладно. Все нормально. Ладно, на этой позитивной ноте сегодня и будем заканчивать. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока!